Всем привет, ребят. Ну что, меня интересует один вопрос. Думаю, многих тоже, никто, наверное, этим не задавался. Что будет или можно ли забрать, либо собрать пропуск Battle Pass после того, как он закончился? Мне все равно надо получать дофига интересных плюх сейчас. То есть мне надо определиться с паками. Я решил потрешивать в каком-то, скажем так, моменте. Вот, сезон, the season has ended, то есть сезон закончился, подождите следующего сезона. 9 дней. Я вообще не фармил, то есть у меня здесь 0. Это все, что я могу собрать, забрать, то есть все, первый левел, по сути, забрал. Но у меня есть возможность активировать перк. И это еще не все. Давайте попробуем, начнем с этого. Получится ли у нас его купить, забрать? Так. Делаем активацию. Активация есть, по сути. Вот я получил гемы и активировал его. Вот. Соответственно, мы получили сразу же 20 левелов. То есть можно после окончания активировать, если вы не успели там. Либо, я не знаю, причин очень много разных было. Есть. Можно активировать. Забираем Collect All. Вот забрали мы все плюхи. Отлично. А теперь еще следующий вариант. Как же качать, если у нас не хватает, у нас нету просто квеста. И тут на некоторых серваках, ну, в принципе, я думаю, уже на большинстве, а может и на многих. Я за этим особо не слежу. На всех серваках есть возможность получить книги. Ну, у нас вот так вот. То есть возможность получить книги, опять же, за 20 книг. Посмотрим, хватит ли нам этого, чтобы докачать. Либо сколько у нас получится, будем ли придется нам еще ждать. Так, отлично. Пак я забрал, ну, у меня он пропал сразу же автоматически, вот эти плюхи, и я их опять забрал. Заходим сюда, точнее не сюда, а заходим вот сюда. Пробуем квит. Работает, 40-й левел, то есть нам надо походу еще 10 книг, еще забираем плюхи. Дает, дает. Блин, отлично. Смотрите, три ремочки. Так, что у нас тут осталось интересное? Восьмерка. Рунки для прокачки. Работает, ребят. Все очень good. Все очень хорошо работает. То есть придется дополнительно еще дали один пак. Вот так вот, ребятушки. За один заход можно забрать вот максимально 30 книг нам надо. Даже если сезон закончился, вы там не успели. Мне просто стало интересно, есть ли возможность, или оно реально пропадет. В итоге мы забрали все плюхи. Довольно-таки неплохо. Так, поехали дальше. Это еще не все. Так, нам надо еще один пак забрать, чтобы получить дополнительно. Забрать я хочу лисичку. Мне она очень как нужна для тестов на втором аккаунте. Ну, что у нас тут есть? Ну, тут все фигня, по сути, с этих паков. Самый оптимальный вариант — это вот этот вот. Плюс мы еще камешки получим. Такс, где там у нас
Отлично, у нас сейчас еще дополнительно откроется. Акции, отлично, забираем плюхи. Так, все good, поехали. Нам надо забежать оленям, к оленятам. Так, не появились у нас еще шансы. Давайте заберем пока эти плюхи. Есть найм, кстати. Мы сейчас его тоже попробуем. Так, ивент-коины добавили, это хорошо. Так, не можем мы забрать, потому что у нас не хватает, как обычно, места. Так, хорошо. Скаут. Заходим. Так, 8 у нас есть. Но это нам не надо. Печеньки. Либо одна. Одна девятая прайм. Но это, конечно, смешно чуть-чуть. Так, какие варианты есть? Больше мы добавить ничего не можем. Ну, барда мы собрали. По сути, бард нам уже не актуален. Печеньки, либо вот эти расходники. Реагенты. Что, наверное, этот вариант. Печеньки мы и так добудем. Так. Окей. Поехали дальше. Поехали еще сбегаем. Давайте, кстати, рутанем. Чик. Ну, такое. Поехали сбегаем вот сюда. Так, отлично. Эти камешки. Первая, третья. Вот на четвертой пропало. Рипстера словили. Такс. Хорошо. Поехали дальше. Поехали дальше, ребятушки. Самое интересное. Поехали дальше ловить хороших героев. 60. Посмотрим, какие все-таки у нас шансики на выпадение. Просто кайф. Сколько дается топовых плюх и насколько оно все обесценивается. Ну вот реально, сейчас собрать топовый аккаунт вообще в пару раз, а то и в десятки раз дешевле, нежели мы собирали его раньше. Вообще 8. Ну, видите, новая героиня просто тупо не падает. Я вам осколки не показываю. Фигня, в принципе. 1-3, 1-3, 1 зефира упал. Потому что многие просят, сколько осколков, спрашивают. Если бы было что-то мега вау, вы бы увидели. 5 осколков лисички. Такс. Хорошо, собираем дополнительно плюхи. Неплохо. Вот эти сундучки. Нормальная, кстати, тема. С батл пассами, с этим. То есть можно за десятку, считайте, прокачали, полностью забрали за один заход. Так, это что у нас? Это восьмерки. Ну, восьмерки такое, знаете, они уже не особо актуальны, насколько по сравнению с десятками. Так, сундучки. Ну, надо очень много надо желтых кристаллов. Просто дофигища. Так, забрали. Я себе тут расходником на этом аккаунте для кого-то. И сменок дофига. Отлично. Ну, вот такой вот вариант нам выпал.
В общем, такие вот, ребятушки, дела, такие вот прокачечки у нас. Пишите комменты, что вы думаете, ставьте лайки. Ну, я не знаю, от обновы до обновы все веселей. Всем причем. И донатом, и без донатом. Смотрите, позабирали скины. Даже собрали еще одного этого. Ира. Так, прокачали. Здесь можно прокачать. Пусть будут. Надо будет их прокачивать. Дальше уже нету. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков с этого аккаунта. Всем удачи, всем пока.